Вот что мне говорил Максим Степаненко. Он же кто, Максим Степаненко? Он на самом деле... Батюшка, секунду, сейчас. А, ну и как он встретил, как вы встретились-то? Как отлично встретились мы с ним. У него дома, да? Дома прям у него, я к нему домой поехал. У него свой дом есть небольшой в Томске. Каменный такой. Я прям к дому к его подъехал на машинке своей. Потом мы с ним сидели дома 3 часа где-то у него. Вот, я ему книжки передал. Ну там конфеток для его детишек привез. У него же детишки есть. Вот, отобедал у него, он мне там на обед отсылался и говорит, давай ты, батюшка, со мной поешь. А потом говорит мне, а знаешь, давай ты, можешь полдня у меня сидеть, полдня будем с тобой разговаривать. Говорит, он говорит, что так интересно с тобой беседовать, батюшка, говорит, полдня, давай побеседуем. Но он еще хочет встретиться с Максимом, мы как с ним друзьями, скажем так, стали мы с ним, с Максимом. Вот единомышленники такие. Ну, а Игнат Тихонович Ершов, как отзывается Максим? А по Игнате Тихоновичу, вот такой момент. Ну вот, для начала скажу. Во-первых, кто такой Максим Степаненко? Он, скажем так, ученик в каком-то смысле Александра Леонидовича Бонки. Вот. В каком-то смысле он ученик. Вот. В чем-то он с ним согласен, Максим, в чем-то не согласен, но в целом-то дело у них общее. И он сказал, то есть Максим, он сектовед в каком-то смысле, он сектовед, понимаете? Это специалист, его отборки называют специалистом по секту. И меня в свое время Дворкин отправил к кому? Максиму Степаненко, Максиму Валерьевичу, для того, чтобы я разобрался с учением Игнатия Тихоновича Лапкина. Что у вас есть место специалист высокого уровня, вот к нему обратитесь, он все разберется со всем. Вот что мне сказал резюме, какое мне сделал Максим Степаненко. Сказать вам на Игнатия Тихоновича. Он сказал, ничего. Вот фраза из Сокола. Криминального я не нашел ни на его форуме, ни в его видео, нигде. Это такой отчет он сделал до знакомства с Игнатом Тихоновичем или раньше? Сейчас он очень подробно изучил все это. А, да. Он ролики просмотрел, он форум, говорит, изучил его. Просмотрел форум его, темы различные просмотрел, он так сказал. Нигде ничего криминального, вот имеется в виду там нарушение догматов, да, культ церковного благочестия, отступление от канвы, предание церковного и прочее, да? Он говорит, нигде ничего не нашел. С криминальным ничего не нашел. Вот об этом речь на самом деле. Ну, это самое главное. Это очень показательные слова, в том числе для меня. В том числе для меня. Потому что по уровню изучения сект, по уровню копания вот в этих вероучениях сектантских и прочее, там деструктивные культы и так далее и тому подобное, тоталитарные секты, он выше меня по уровню знаний Максима Степаненко. Это факт. Если он вот такой резюме дает, ничего криминального нет, это очень высокий показатель. Батюшка, да это огромный показатель. Это обо всем говорит. Если уже специалисты делают заключение, специалисты такого высокого уровня сделали заключение, то тут уже, как говорится, не приставишь, не убавишь. Никто ни в какой раскол уходить не собирается, и никто там никому хамить не собирается, и так далее, и тому подобное. Вот обратите внимание, Игнат Тихонович, что вот преднамеренно и специально вот эти имена не называют. Чтобы никаких личных обид не было. Я понимаю его прекрасно, зачем он это делает.